14 июня. Ячмень яровой сорт Маргарет. Это уже, конечно, второй срок сева. Спустя 10 дней, это уже 18 апреля. Ячмень выглядит, ну, немного слабее, чем ячмень раннего срока, потому что посев так немножко светится, страдает нижний ярус листьев. Хотя здесь по питанию вроде бы все одинаково, но все равно время упущенное. Разница по всходам была 6 дней. И то эти 6 дней очень сильно повлияли. Разница по севу была 10 дней. По всходам 6 дней. То есть этот сорт, он, то есть этот срок, он наверстал где-то 4 дня по сходам. Так, это у нас 5 миллионов 4,5. 4,5, то есть посев так вот немного просвечивается, видна, ну, видна поверхность земли сквозь посев, сквозь вегетативную массу. Нижний ярус страдает листьев. Так, это у нас 4,5 миллиона. Это 3,5 миллиона, традиционная норма. То есть колосок тоже как бы особо такой не выдающийся, но здесь уже, кстати, ячмень получше. 3,5 миллиона. Потому что уже почва хоть и просматривается, но уже не так легко. Допустим, здесь еще листья среднего и нижнего яруса, они пока целые и закрывают. 3,5 миллиона. Это 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. Но все равно, конечно, ячмень отстает, как бы там ни было. И 1,5 миллиона. 1,5 миллиона второго срока сева. Ячмень отстает. Пока вот вывод один, сеять нужно раньше. Ну, конечно, я говорю о климатической зоне, ну, своей климатической зоне. Потому что кто-то уходит от засухи, от майской, сея более поздние сроки, допустим. В нашем случае мы ничего не уходим, мы наоборот уходим от потери влаги, особенно от весенней потери влаги. Поэтому чем раньше нас посев, тем выше и урожай. Это Маргарет, второй срок сева, 18 апреля. Разница от первого срока 10 дней.